Друзья, Локомотив просто вообще прет без остановок. Просто. Это не Локомотив. Вот кто учился на железных дорогах? Чё круче Локомотива? Там, не знаю, паровоз, бронепоезд. Что круче всего? Дракон? Я не знаю, я просто не учился. Поэтому... Но мне кажется, что есть что-то и круче, чем Локомотив. Но пока что Локомотивка — это круто. Да, кому-то, кстати, возможно, понравилось вот это вот, да? Но это, друзья, не просто так. Я прислушался к тем, кто просил эмблему. И, ну, обычную эмблему Локомотива ставить не хочу, потому что, ну, это просто, ну, не знаю, можно поставить белое пятно вместо него и будет круче. Поэтому я в студии Артемия Лебедева за 150 тысяч белорусских рублей заказал данный логотип, и он просто великолепен. Просто вот то, что я и хотел. Если что, это не автозак, кстати, да, это как бы, ну, Локомотив, ну, такое видение. Ну, по чемпу мне даже как-то сказать нечего, мы просто идем, особо соперников не замечаем, но вот три ничейки подряд. И вылет из кубка именно от Руха. Это вот как-то вот прямо обидно. Впервые мы им за все время проиграли, хоть и по пенальти, но проиграли. И, кстати, я тут один трансфер размутил, просто какой-то нереальный лютый бист, который ворвался в мою грешную жизнь. Красиво, само собой, ворвался. И вот из-за него я перестроил схему, теперь играю как в Соколе в три форварда. Вот как-то так. И погнали, первый матч против НФК. Это, как я понимаю, не футбольный клуб, примерно так расшифровывается. Ну и ладно, если шутки в сторону, то вроде бы это футбольный клуб Крумкаши. Оно нет. У них есть, блин, Диего Сантос Кариока. Нифига себе, бразилиан, карнавал. Но, знаете, мне эти карнавалы уже, это все как бы, это меня не смутит. Мы просто выходим на поле и нагибаем. Это все, что я могу вам сказать. 20 минут матч прошло. Так прошли, что как будто бы их и не было. Радует одно, что в параллельном матче Энергетик БГУ, наш главный конкурент, проигрывает каким-то горкам. Блин, футбольный клуб Горки. У меня Горки ассоциируются с какой-то компанией, которая в России делает какие-то пельмени или просто куски мяса продает. Может, я ошибаюсь, конечно. Так, а как бы тут Диего Сантос Кариока устроил карнавал небольшой и отдал на Александровича. Но у нас есть Кокоев, заброс на фланг, Бурак. Да, ясно. Ну и, собственно, как говорится, терпение и труд. Это вот без труда и пруда. Как там дальше? Мал Клоп. Кевин Алиев получил по сраке, но это небольшая проблема. Проблема другая есть у нас. То, что Бурак, наш герой, наше солнышко, наш принц нашего белорусского футбола, у него истекал контракт, и я с... Что же вы делаете-то, а? Что же вы делаете-то? Рон Уизли, ведь запрещено использовать магию вне Хогвартса. Что ж ты творишь? Ну ладно, это не такая прям пока что проблема. Пока что. Так вот, человек говорил, Бурак, контракт у него истекает. Я, само собой, ну как я могу не стыбзить футболиста на фри? И все было на мази, он был согласен. Там контракт, какие-то копейки, 200 баксов. Но Бате... Решили какую-то там тему продлить, контракт ему на год автоматически. Короче, они, видимо, боятся то, что если мы выйдем в вышку с Бураком в нападении, то их бесконечное чемпионство закончится. Ну, понятненько. Так, а что такое, погоди? Что такое, погоди? Это опять сейчас этот тут нам забьет, да? Золотая голова. Там еще Энергетик БГУ камбэкнул. Это как-то все не вовремя, погоди, слышь, я как бы настроен был на лайтовый видос сегодня, то, что сейчас, опа, там за два матча чемпионство оформим, и потом пойду, не знаю, спать. Вау, просто, не, ну, скорее всего, мы не выпадем за первую, как бы, двойку, да, в плей-офф, но, блин, чемпионство хотелось бы. А тут как-то, я об этом не подумал, но у нас следующий тур против Энергетика как раз-таки, ну... Я так думаю, это матч за чемпионство. Ну, Бурак, что же мы будем делать без тебя? На кого же ты нас оставишь, солнышко? БГУ не сдается. Как я понимаю, БГУ — это белорусский госуниверситет, да? То есть...
Какой интересный голкипер на воротах БГУ стоит. Боюсь, его отчислят нахер за такую прекрасную игру. Ну, каков Бурак? Я не знаю, что это. Это была такая задумка была или что? Мне кажется, просто был херовый навес, но как бы херовый навес превратился в вот такой вот гол. Так, ну и насколько я могу понять, насколько мне хватает моих математических познаний, полученных мной за 3 класса школы деревенской. Если сейчас химик не выигрывает, то мы 100% обеспечиваем себе выход в высший дивизион. Так, давайте, чтобы вот не было, Антон, ты намонтировал, вот, напереигрывал, точнее. Да, друзья, достижение в Стиме, национальный герой, там просто нарисован мужик в трусах. А что за ачивка, мне интересно? Вы вышли из самого низкого дивизиона высшей в системе одной страны. Ну, это было несложно. Вау, сразу начинает меня закидывать деньгами. Ну, давайте-ка узнаем, какой у нас там невероятный бюджет, друзья. Вау, я боюсь, что у меня очки лопнут просто от таких цифр. Итак, вы готовы? Давайте. Воздуха в грудь, иначе не получится магии. Это... Вау! Ноль бюджет трансферный. Ух ты. Но на зарплатный хоть подкинули 6 тысяч. Да, 6 тысяч. Ну, сверху того, что было. О, кстати, смотрите-ка. Ну, рух. Кусайте локоточки. Вот так вот. Я доказал, да. А Баранович, как там дела? А помните начало этой карьеры? Баранович сказал мне, вы, господин Антон, просто пыль наших дорог. Но кто теперь пыль? Как говорится, время все расставило на свои места. Ну, давайте оформим официально чемпионство и можно спокойно заканчивать видос. Кстати, сегодня будет стрим и будем делать трансферы под высший дивизион. Матч против Волны мне даже как-то и добавить нечего. Просто давайте его сыграем и забудем про все эти команды из Пердива. Волна, мы с тобой больше никогда не увидимся. Опаньки, там энергетик проигрывает. То есть, если мы сейчас выиграем, то мы чемпионы, потому что по личным встречам мы выше энергетики. Поэтому давайте, пацаны, давайте вот сейчас все закончим, так сказать, и вот пойдем спокойно чилить, отдыхать, попивать крамбамбулю, в общем, заниматься веселыми делами. А нет, это вот футбол, это уже все. Заслужили отдых. Я считаю, что отдых мы заслужили. Бурак на Масаханя, она неплохо на Голнака выводит, и счет 1-0. В данную секунду, сибры, мы чемпионы. Да, там, походу, энергетик сравнял. Ну что вы за это держитесь? Ну дайте уже расслабить булки, наконец-таки. Ну и, собственно говоря, матч, который просто обязан стать чемпионским. Нихера себе, состав Горок почти весь состоит из регенов. И регенов таких довольно-таки. В общем, я думаю, что это чемпионский матч, друзья. Так что уже готов принимать ваши поздравления в комментариях. Так, походу, ребят, отпуск начался слишком рано. Как бы, ребята, футбол еще не отменили, нет? Не пора ли? Типа, какой отпуск на дворе ноябрь? Куда вы собираетесь отдыхать? На $200? Повторяю, на $200 на сказочное Бали не улетишь. $200 в неделю средняя зарплата моей команды. Вы что творите? Нас, в принципе, ничья устроит, пацаны. Как бы нет желания забить гол. На секундочку, ребята, это Горки. Команда, состоящая из какого-то детского сада местного, видимо. Вот он, штрафной Бурака, он бье. Шевчик. Вот Шевчик, кстати, наш пацан, он останется. Он, ну, такой, чисто на подсосе, такой, типа, тя-тя-тя-тя-тя, да, и забью в пустые. Но, тем не менее, забивает гол, возможно, гол чемпионский, да. Ничего нас устроит, потому что по личным встречам мы выше этого самого БГУ. Хотя, блин, что творят Горки, вы смотрите, что творят. Что творят... Так, ладно, нормально, и... Нет, нихера не нормально, вообще не нормально. Вы... Ну, давайте чемпионство реально упустим, вообще будет красиво. Не, вы...
Это, конечно, офсайд, да, я еще какие-то горки, какие-то регены 15-летние играют в пас Аки Барселона времен Гвардиолы. Шо? Шо такое вообще? Не-не-не-не-не-не. Да. Ну вот теперь все. Не знаю, что там за челы стоят в центре поля и грустят. Кто это? Это, наверное, Анастасия Шлайдо смотрит на меня успешного и знаменитого. Ну что же, Настенька, нужно было заступиться за меня в рухе. Перед руководством, так сказать, ну, в общем, защитить мою кандидатуру, вот так я скажу. Ну и, друзья, в честь такого я даже спою... Мы чемпионы, сябры мае, и мы будем змагаться до конца. Мы чемпионы, няма часу для неудачников, тому что мы чемпионы усяго свету. В общем, друзья, план какой? Как минимум один сезончик я еще в высшем дивизионе попыжу за Локомотив, потому что, ну, будет глупо его сейчас бросать. Если сезон будет жижа, то есть какое-нибудь там восьмое место унылое, да, то все, я из команды уйду. Но если будут Еврокубки, борьба за чемпионство, я, пожалуй, останусь. Такие планы, друзья. Но еще сегодня будет стрим, а там трансферы. А трансферы, какие-то трансферы, это фундамент будущего сезона, друзья. Так что... В общем, жду вас там. До скорых встреч.